Всем привет, привет, туп, солнечная Италия на проводе. Слушайте, погладила же я там пару вещей, которые у меня было, да? А, думаю, это самое, залезу в шкаф, девчонки, открываю шкаф. Я не люблю, когда висят юбка на юбке, ну, не юбок у меня мало там, кофта на кофте. Я такого, ну, честно говоря, я люблю, когда вот, хотя я люблю, я стала любить, у меня-то, в принципе, вещей не было, вы же видели, да? Двое спортивок, несколько кофт, пару этих и все. Вот, здесь же как бы добавились кое-какие там вещи. Открываю, платье на платье, то на том, это жалко выкинуть. Вообще ни разу не одела там за 20 лет, его жалко выкинуть, понимаете? А я же на неделе как? Я в течение месяца зашла на Амазон, ну даже вчера. Я футболку купила за 14, а сегодня захожу, она уже 16. Как они так эти цены, я не могу понять, как они, тот же самый товар. Вот, и я же это самое, кидала себе фиолетовые вешалки, потом их выкидывала. Кстати, на Амазоне есть очень красивые вешалки и розовые, в белый горошек, и там какие только хочешь. Ну, прям шикарные, такие вот тоненькие, сейчас я вам покажу. Сейчас. Ну, вот, допустим, висят вот эти вот платья, понимаете, это мне высылала Люда из Америки. Я его одевала, но одевала его не... И все, оно висит, я в этом году ему ни разу не одела. Ну, вот это вот я одевала платье. Что вы там написали, что у меня жопы нет, пузо торчит? Нормально? У меня, кстати, нормальное пузо для 3 кесаревых сечений. Я уже несколько раз говорила, я понимаю, что может быть лучше, да? Ну, не может быть, а есть лучше. Ну, в данном случае они убиваются, в хорошем смысле слова, в этих спортзалах там или еще что-то. А здесь как бы натура мадре. Девчонки, вот видите, вешалки тоненькие. У меня они не красятся, ничего. Там женщина одна показывала черные... вешалки, она так прям, не знаю, может, она терла долго руку. Ой, у нее как-то вешалки прямо это. А у меня вот зеленые такие же, и такие вот они малиновые. Им уже, наверное, года 2, ни одна не поломалась, ничего, очень удобно. Здесь и вот эта вот штука есть. И вот сверху можно висеть. Я посмотрела на этот шкаф, и все, я не могу, оно все некрасиво висит. Мне надо так, чтобы висело платьишко как платьишко. И, короче, я вчера, когда лазила, те, которые вешалки, я отложила себе, их уже не было, их купили. Вот, ну, у другого продавца есть эти фиолетовые вешалки. Стоят они 18 евро, там их 30 штук. Или 16 евро, 30 штук. Вот, и я их заказала, они мне завтра придут. И я все аккуратненько сложу. Мне как раз София просила вешалки, ей нравятся зеленые, нету, у нее нету, не хватает. У меня у Саши вешалок не хватает, у меня, получается, зеленые и малиновые, тоже вешалок не хватает. А эти вешалки, они тоненькие, то есть они как-то так компактненько, знаете, собираются в шкафу. И я придут это самое, придут вешалки, и я ими займусь, потому что что-то не дело. Сегодня платье вот это вот гладила, за него куча комментариев получила, когда снимала в ТикТок и потом заливала в Инстаграм. Марина Италия называется Инстаграм. И на него, конечно, все цепляется, но за него столько было комментариев. По-моему, это Толивей, да, Толивей, его закрыли уже, это подростковый магазин был. Ну, подростковый, но там всем одевались. Допустим, вот это вот платье. Блин, на него все цепляется. Допустим, вот это вот платье, ни разу, я его только один раз одевала на свадьбу, у меня есть фотографии, и есть влог с этой свадьбы, с итальянской, здесь он застегивается, я его больше ни разу не одела, ни разу. Оно, конечно, классное, у кого есть живот, оно прячет недостатки, оно какой-то цвет такой у него красивый, видите, вот здесь вот эта вот штука какой-то, я в этом году ни разу не одела. Не знаю. И, знаете, выкинуть жалко, и все. И я дождусь завтра вешалки, и все это на вешалочке вот так вот разрезу. Что вы там опять начали писать, что я такая сякая, что мне не нужна слава? С чего вы взяли, что мне не нужна моя старшая дочь? Мы с ней общались пару месяцев назад, то есть этим летом мы с ней общались достаточно долго, несколько раз. Нам надо было дела решать, и мы общались. Я просто не звоню, не пишу, потому что у человека другая семья. Наработала все лето, она занята, я не хочу тревожить. Человек, если сам не звонит, что я буду тревожить? Если надо будет, я всегда здесь, номер у меня не меняется, я как бы все. Что вы там, что? Я же вам говорю, чужая семья, потемки, вы опять, знаете, такое впечатление, вы там все сидите там, ну там, кто пишет такое, как будто вы сидите там святые. Боже, у каждого свои скелеты в шкафу, я вас умоляю, что ж так реагировать на это? Надо так реагировать. Бурно. Вот из-за ногтей не могу застегнуть. Опять же, у меня сегодня сбили все планы, но велик стоит. Не знаю, если дождь пойдет, такая погода. Может быть, пойдет дождик грибной, как его называют.
Ну, такая погода, что не поймешь, как... Вроде и, не, и солнце, и пасмурно. Видите, на него все цепляется, на это платье. Все, его чистить, чистить, но я его не сделала. Поэтому я в этом шкафу наведу порядок. Мои пиджаки развешу. Вот эти вот платья с длинным рукавом повешу. И вот здесь вот я разберусь. Кстати, вот в этом комбинезоне, когда я сегодня снимала, девчонки написали, что его можно носить под какую-нибудь кофту. Может, его под эту кофту? Боже, ну, наверное, так смешно будет. Не знаю, комбинезон хороший, он не тянет. Вот здесь вот этот белый я не одела за все лето ни разу. Белый, только потому что в нем было... Сначала было холодно, потом мне было жарко. И сейчас как бы вот на эту погоду его можно, в принципе, носить. Вот эти вот маечки мне надо сложить. Кстати, вот эти вот маечки, девчонки, которые я брала на базаре, там по 7 или по 9 евро, они, кстати, как-то вот здесь вот у меня неудобно сели. Сколько мне сбрасывали девочки фотографии, типа, в Инстаграме, типа, вот так вот эти вот платья носят, вот так вот носят эти маечки. Не знаю, не сели они на нее. Новые, хорошие, все, висят, не сели. Это я дома хожу. Вот, это мой черный сарафан, я в нем ходила. То, что погладила, я вот так вот здесь повесила. Предложили вот этот вот, если не застегивается, носить как кардиган это платье. Кстати, как вариант, да? А под что его носить? Что я сейчас делаю? Я сейчас достану свои вещи, все, которые высохли. Потому что погода, я же говорю, погода непонятная. И ветреная, и это... Лучше мою так пока весь еще, может, не достаточно. Ветер сильно не разнесло. Вот, но то, что мне надо это вот все поснимать. Высохло. Да. Поснимать все и сложить. Ну, ладно, тогда. Если меня полы не мою, кстати. Встречаемся, то, что я поскладывала вот Саше там носки и трусы. Сейчас положу, и она придет, уберет потом, все это разложит. У меня же пока туалет не сделан, и я все складываю полотенце, вот этот шкафчик. Там накупалась, повесила, чтобы все холод вот этот шкафчик, складываю полотенце. Ну, вот это там для подмывания маленькие, такие вот для лица. И не покупаю новые полотенца. Ну, мои, в принципе, нормальные, еще там не совсем застиранные. Вот, есть и хорошие, мягенькие, все. Не покупаю, потому что, ну, когда-то же я сделаю... в туалете ремонт. И когда там уже шкафчик будет, у меня, когда, ну, еще до ремонта туалет, там у меня полотенца лежали, это очень удобно, вот когда нижнее белье, там носки, покупался, оделся, вышел, пижама, у кого позволяет, да, вот большие ванны есть. Ставню прикрыла, потому что не поймешь, какая погода, я же говорю. Может быть, где-то в каком-то городе, может, там Ливорно, который там рядом, там, или еще какой-то. Может, где-то дождь и будет проходить. А у нас, как всегда, мимо пройдет. Ну, ничего, скоро как начнутся, так начнутся. Я еще, девчонки, заказала себе вешалки. И заказала себе вот эту вот подсветку, как у Александры. 15 метров. Я надеюсь, что я не ошиблась. Я заказывала ту же самую. Вот эту вот подсветку. Сейчас. А что? Что в глаз попало? Девочки, шо? А, вот он, оф. Вот видите, подсветка пошла. И здесь можно цвет выбирать. Единственное, что мне нужно купить, ну, у меня будет, конечно, фиолетовый. Единственное, что мне нужно купить, удлинитель для машинки, для стиральной, потому что у меня та розетка перегорела в туалете. И я втыкаю в розетку в коридоре. Вот. И мне надо купить удлинитель также, чтобы потянуть вот эту вот подсветку. Я давно себе хотела, как-то руки не доходили. Поэтому так на пульте на раз и выключается. Розовенькую, фиолетовенькую включает. Саша часто светлые включает подсветку. У меня там сделаны бордюрчики. Тоже такие же маленькие из-под пенопласта. Самые, ну, дешевые, что были. И вот мне надо вот так вот это самое тоже сделать себе подсветочку. Зеркало я себе пока не заказываю. Потому что то, которое я хотела купить, как у Саши, это эконом вариант. Я позже его купила, и оно позже висело. В комментариях, когда там рассказывала за свои там мечты, в комментариях писали, купите белое, ну типа фиолетовая стена, чтобы будет хорошо смотреться, купите белое. Естественно, белое стоит дороже, ну и размер там больше. Хотя вот это вот маленькое, как у Александры, вполне себе нормально, хватает. В
включил, привел себя в порядок, выключил. Вот, подсветку заказала, подсветка и вот эти вот вешалки, потому что Александре тоже, у нее шкаф маленький, просто сейчас осень, и сейчас начнутся летние вещи убираться, не знаю, по-моему, там тоже был комментарий, девочка кто-то писал, что тоже уже кто-то убрал летние вещи. Вот, и видите, что взяла, бросила, там постельное белье у нее, тут она, видно, тоже все перевернула, потому что я смотрю, она зимнее белье достала, потому что она постелила себе зимнее белье, я говорю, тебе не холодно, не жарко будет под ним, она говорит, нет. Что мне здесь было все сложено аккуратно. По поводу того, что я читала комментарии под видео у Самвела, там, где переписка есть, кто-то написал, покажите лучше дипломы своих детей. Я не могу понять, при чем здесь вообще дети к моей деятельности на Ютубе, вообще при чем здесь мои дети к вам, к незнакомым людям, я не могу понять, да, ну, типа там, и зачем вообще кому-то показывать дипломы. Я что-то не могу понять ваш комментарий. То есть вы хотите протроллить, у вас это получается, как вы думаете. На самом деле это какой-то, ну, глупый как-то комментарий, покажите дипломы. Ну, ходила у меня Саша на гитару, но там же нам не дали никакие дипломы. Закончилась самодеятельность и закончилась. Видите, здесь все зеленые, вот и красные мои попадаются, потому что не хватало. Здесь надо все перебрать у нее, потому что кофт много, их и не видно в принципе. Толстовок у нас очень много. Их, в принципе, и не видно. Я думала, что сюда подкупить еще, типа, такой шкаф. Но он не нужен. Я думаю, что там разобраться, посмотреть, что к чему. Вот. Вот, так что я делаю? Я разбираюсь, вещи свои покою. Кстати, у меня, девчонки, вот этот, от того, что один халат летний, ну, и то рукав, ну, не такой рукав, а не три четверти меньше. Ну, полуторный какой-то рукав. Ой, я его настолько застирала, как пахнет свежестью, что он у меня растянулся при стирке. То есть он у меня из-за стирки немножко вот растянулся, как-то на меня широковатый стал. Сейчас я пойду уберу подушку, трусики сложу. Вот к Самвельчику трусики. Вот, розовенькие у меня есть, если Самвельчик захочет. То темненький вариант есть, если мальчик наш захочет, зайчик. Вот, а во-вторых, я просто шучу, я не знаю, как так можно без юмора относиться. Это же все шутки. Шутки бывают неудачные, бывают не смешные. Ну, никто с этим себя и не оппозиционирует. И просто иногда комментарии такие прилетают, что, честное слово, мама, не горюй. А что? Ноготочки у меня хорошие, чтобы зайчику спинку чесать. Я же говорю, что бывают шутки неудачные, бывают шутки не смешные. Но это не делается для того, не шутится для того. Шутится, потому что душа хочет шутиться. Отнесу сейчас мои полотенца кухонные и тряпочки. Тряпочки, кстати, давно я не видела на Амазоне вот эти вот. Я бы с удовольствием такие бы тряпочки себе подкупила бы. Все это на кухню отношу. И разбираюсь. Тогда завтра жду. У меня завтра, по идее, должны прийти вешалки. И тогда мне надо все перебрать. Девчонки, будем делать разбор гардероба. Шкафа. Мне надо перебрать, посмотреть. Допустим, это платье я покупала пару лет назад. Реклама выскочила в Инстаграме. Вот, покупала это платье. Кстати, за него тоже было очень много комментариев в свое время. Ну, типа, что нравилось, оно длинное, в пол, оно легкое. Я на нем на работу пробегала все лето. Все лето, ну, я в нем пробегала на работу, было очень удобно. Что вроде как бы и тело дышит, и как бы оно длинное, наклониться можно. В общем, а в этом году я его ни разу не одела, и думаю такая, ну что выкидывать? Ну, в том плане, что соседке наверх отдавать. Потом думаю, не, ну в нем же можно и по дому ходить. Курьер приходит, звонит, и не надо говорить, оставьте мне внизу, сейчас я спущусь, потому что бегаешь полуголая. А так сразу раз, и все. У меня сегодня, когда будет видео София, я должна была к ней ехать на днях домой. Там они собирались в поездку, она мне там ключи оставляла. Нет, у меня, кстати, нету. Я читала комментарии про собачку. Нет, если бы у меня была собачка, я бы вам показала собачку. Я хочу собачку маленькую очень. Но она будет больше обязывать, чем котики. Вы что же понимаете, ее же выгулить надо. А так бы маленькую с удовольствием взяла такую. Может, собачку себе взять? Вот, должна была к ней ехать, у них потом там сорвалось что-то, в общем, в принципе, не надо, ну, мне не пришлось ехать. Она сегодня хотела зайти, но опять от того, что у меня, я не просто так дома, мне дела деловые, и я говорю, не надо, потому что, говорю, мне важные дела решать, и это, ты меня будешь это из себя, ну, выводить, а мне надо местами сосредотачиваться.
в четверг мы с ней увидимся уже точно, потому что она пойдет делать меж. Меж, да? Меж, да. Как он? Да. Пойдет себе докрашивать волосики, меж будет делать. То есть его, в принципе, еще не видно, но уже как бы нужно дополнить это. Волосики она отращивает сейчас. Я, смотря видео даже два года назад, по сравнению, она вообще там спичка. Правильно она говорит, я на себя смотрю и думаю, как ты могла меня обзывать толстой. Я говорю, ну я не обзывала, я просто говорила. Я каждый раз, когда мы встречаемся, ловлю себя на мысли, что не говори ей ничего за еду, не говори ей ничего не за это. Но так они едят в Макдональдсе с утра до вечера. Если тут не дойдет, что я могу сделать? Я читаю, вы там начинаете писать опять же эти комментарии. Ну, так как ко мне какие претензии в том плане, что, ну блин, человек сам решает, что делать. Дело не в красоте, девочки, дело в здоровье. Ну и все, 18 лет взрослая девушка. Саша 16 будет вот в сентябре в конце. Саша будет 16 уже. Время летит вообще, поэтому наслаждайтесь жизнью. Говорю я вам, которая не успела ей в принципе насладиться, но в том расхвате, в котором бы мне хотелось, да, мир, который я сама себе рисую или рисовала. Но тем не менее, видишь, я не засохла. Это благодаря характеру, что такой характер, вот он, даже не знаю, если назвать его боевой или какой, просто такой вот характер, вовремя взять себя, взяться за себя, вытянуть себя за уши, там, с того же, там, в депресняк не уйти, или там, не уйти, там, в плохое состояние. Я сейчас не говорю о состоянии, допустим, по здоровью, да, там, по здоровью у нас бывает такое, что вот это, потому что энергии нет, это тоже здоровье. Вы же не забывайте, что энергия, она же тоже должна, откуда мы ее питаем? Одно дело, там, некоторая часть людей, которые говорят, мы медитируем, садите, обнимите дерево. Я понимаю все это, но если вы в это верите, ну, обнимайте дерево, там, я не знаю, лежите травку, если вы в это верите. Если я, допустим, в это, не то, что там, ну, не верю, я это не практиковала, ну, хотя даже я сейчас навру, это я специально подбираю слова, чтобы никого не обидеть. Я в это не верю. Ну, что ты, обняла я дерево, и что? Ну, если я обняла дерево, я, ну, что? Что, мне полы кто-то помоет? Не, сегодня не убирала, потому что некогда мне сегодня. Так, ладненько, что я, девчуля? Так, ладно, женщина пойдет разбираться. Там вон две футболки появилось догладить надо. Саша снимала с вещей, которые высохли. В общем, такие дела. Значит, удлинитель мне надо сегодня зайти купить, если я успею. Если нет, уже тогда на завтра все переносить. Потому что если мне завтра придет подсветочка, я себе сразу поставлю подсветочку. Я изначально, когда эти бортики делала, я ее и хотела. Только потом все же на себя жалко. Я купила ее для себя. Не, я купила подсветку эту для кухни. Вот, а Саша взяла ее себе. А так я ее хотела для кухни, чтобы на кухне была подсветка, чтобы она горела. Но сейчас у меня там радио, которое горит и день, и ночь. Поэтому подсветка, если вы ночью встали, на кухне подсветка очень хорошая. Это вот радио, пусть оно не стерео, наверное. Вот, оно играет и день, и ночь у меня радио. Я не выключаю. То есть оно не орёт на всю Ивановскую. Так, ладненько, девчули, ну что я? Тогда завтра буду в гардеробе разбираться. Спасибо вам, что написали, что это платье джинсовое можно носить как кардиган. А не видно будет? Не, я его застегну на себе. Я его застегну, просто что будет немножко некомфортно. Ну, на новое, но даже с этикеткой его продать можно. Оно реально висит с этикеткой, его можно реально продать, между прочим. Соседка. У нас на первый этаж, помните, я рассказала, что там мужик жил, сделал какой-то ремонт дорого-богато. Сейчас я несколько раз вижу, туда приходит девочка. То есть я видела, что там какой-то движняк был в квартире. Его долго не было, я вам говорила. А потом какие-то коробки стояли, видно, как будто вот кто-то въехал и покупал там моющие средства, там что-то такое. Мебель я не видела, чтобы возили. Какой-то шорох. Вообще как-то шифруется у нас здесь все. У соседа на первом этаже тоже ставня закрыта. У соседки на первом этаже с мужем тоже ставня закрыта. Там вообще непонятно, что как они живут, что они все время вместе ходят. Но ни окна никогда не моют, ничего. Все ставни закрыты, все как-то прячутся, шифруются, не знаю. Ну, видела там девочка где-то Сашиного возраста, может, чуть поменьше. Девушка все время дверь открывает. Девочка.
Все, пошла делами заниматься. Увидимся позже, девчонки. Блядь, из ногтей не могу нажать.